Приветствую всех, кто любит рисовать рисунки по клеточкам. В этом видео рисуем My Little Pony. Начинаем темно-синим фломастером. Рисуем одну клеточку. Вправо пропускаем тоже одну. И дальше на этом ряду добавляем вправо еще 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь от первой пропускаем 2 влево и еще одну рисуем. Справа точно так же, 2 пропускаем, еще одну добавляем. Теперь сверху соединяем, здесь получилось 2 незакрашенные клеточки, сверху рисуем 2. И здесь тоже 2 незакрашенные, над ними рисуем 2 клеточки. Теперь от самых крайних, слева и справа, добавляем к ним еще по 3 клеточки. Здесь получилось 4. И здесь тоже добавляем 3, получится 4. Теперь слева от второй 2 пропускаем, вправо 2 рисуем. И на этом же ряду еще пропускаем 6 вправо, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и одну рисуем. Следующий ряд внизу. Одну пропускаем, одну рисуем. И справа точно так же. Влево одну пропускаем и одну рисуем. Теперь слева от четвертой клеточки добавляем еще 2 клеточки вправо. Получится 3. От справа здесь, от четвертой, добавляем 3 влево. Здесь получилось 3, а здесь 4. Теперь будем рисовать, наверное, сначала слева, а потом справа. Так, слева здесь получилось 3 клеточки. Добавляем от второй еще 2 клеточки вниз. Смещаемся на следующий ряд влево и вниз рисуем 2 клеточки. Здесь получится 2 незакрашенные. Теперь снова точно так же рисуем 2 клеточки вниз. И еще лесенкой добавляем одну. Теперь вправо лесенкой вниз еще одну клеточку добавляем. Я только что нарисована, еще одну вправо, чтобы получилось 2. От этих 2 клеточек одну вправо пропускаем, одну рисуем. Между ними одна пропущенная, над ней рисуем 2 клеточки вверх. Теперь от самой верхней поднимаемся 2 клеточками вверх лесенкой. От самой верхней добавляем еще одну вправо, получится 2. Теперь здесь получилось 2 клеточки, добавляем еще 2 клеточки вверх лесенкой. И сразу же одну вот так вот лесенкой вниз спускаемся. Получилось вот так вот 3 клеточки. Теперь здесь от самой верхней одну вправо пропускаем, 2 рисуем. И соединяем вот здесь вот одной клеточкой.
Теперь возвращаемся сюда. Добавляем еще две клеточки вниз лесенкой. От самой нижней одну вправо. Получилось на этом ряду две клеточки. Теперь спускаемся на следующий ряд вниз и рисуем 3. Теперь снова как здесь, справа рисуем 2 клеточки. Здесь получается 3 незакрашенные клеточки. Теперь здесь есть 2 от второй. Добавляем еще 3 клеточки вверх лесенкой. И от самой верхней поднимаемся вверх. Закрашиваем все клеточки. Так, основу нарисовали. Теперь будем рисовать глаза. Черным фломастером будем рисовать от первой этой клеточки. Здесь у нас есть 3 клеточки от первой. Одну вниз пропускаем, 3 разукрашиваем. И теперь от второй клеточки поворачиваем на одну клеточку влево. Дальше продолжаем. Здесь у нас есть 2 клеточки от второй. Пропускаем 2 вниз и снова рисуем 3. От первой клеточки пропускаем 2 вправо, еще одну добавляем. Между ними получилось 2 пропущенные. Над ними рисуем 2 клеточки, соединяем. Следующий фломастер темно-коричневый. Рисуем здесь и здесь по одной клеточке. И от этой одной клеточки черной одну влево. Теперь здесь сверху рисуем одну клеточку. Одну вниз пропускаем и добавляем еще одну. И соединяем справа одной клеточкой тоже. Так, дальше рисуем красным фломастером. Рисуем здесь под синими клеточками 5 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5. Последнюю не закрашиваем. Теперь на следующем ряду внизу рисуем 6 клеточек. Дальше слева 3. Теперь снизу снова 3 клеточки. От первой клеточки спускаемся на одну клеточку вниз. И здесь под синими снова рисуем одну клеточку. Теперь оранжевый фломастер. Здесь есть 2 клеточки. Мы под ними рисуем оранжевым одну клеточку. И поднимаемся вот так вот по одной клеточке вверх лесенкой под красными. Теперь от самой верхней здесь еще добавляем одну вправо, получится 2. И снова теперь поднимаемся двумя клеточками лесенкой вверх. Здесь от самой верхней еще добавляем 3 клеточки вправо.
Здесь на этом ряду получилось 4, одну вверх, еще от последней. И одну вот здесь вот. Дальше светло-желтым фломастером разукрашиваем вот эти вот незакрашенные клеточки. Ну а дальше нам нужно разукрасить весь рисунок голубым фломастером, но несколько клеточек оставить незакрашенными. Сейчас покажу какие. Для начала разукрасим 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, здесь 5 и здесь 5 клеточек. Теперь 1, 2, 3, 4, эти 4 клеточки не закрашиваем. Давайте их выделим сначала, нарисуем вот здесь вот 2 клеточки, разукрасим. И здесь тоже 1, 2, 3, 4, 4 клеточки, мы их тоже выделим. А дальше полностью в середине разукрасим весь рисунок голубым фломастером.